Единство поколений. Под таким девизом в Краснодаре стартовал фестиваль «Пою тебя, моя Кубань». Седьмой год подряд он объединяет артистов разных возрастов из всех районов края. В этом году творческое состязание собрало 80 коллективов, это более 1000 человек. Число дебютантов растет с каждым годом, отмечают организаторы. Мне кажется, что как будто у облаков есть крылышки, и они летят вот так вот по небу. Художники привезли на фестиваль картины, артисты творческих коллективов, танцевальные композиции, вокалисты, любимые песни. Многие из них перед выходом на сцену испытывали волнение. Еще бы, жюри, которое оценивало участников творческого конкурса, возглавлял заслуженный артист России Александр Плахтеев. Маэстро, которого называют кубанским Шаляпиным, недавно отметил свое 80-летие. Идут в зал с таким восторгом, чтобы показать свое мастерство, свое искусство. А это объединяет нашу Кубань. Мы любим нашу Кубань и хотим, чтобы она процветала не только в труде, но и в песнях. Итоги творческого фестиваля «Пою тебя, моя Кубань» будут подведены завтра.